Проект 5775, очень такой интересный проект. Мы подали в книгу рекордов Гиннесса в 3 номинации. Мы сейчас записываем самая длинная в мире песня. Она будет идти более 2 суток. Вторая номинация – самое большое количество людей. Это 5775 человек будет участвовать в проекте. И третья номинация – это самое большое количество стран. Это будет петь и Япония, Китай, Корея, Бразилия, Америка, Европа, Африка. Весь мир будет петь. С каждой стороны есть люди по одному, по два человека, которые споют, причем на своем языке. Песня Леонарда Коэна «Аллилуйя». Ее все знают. Это песня, на которой написано более 300 кавер-версий. В том году Леонарду Коэну как раз исполнилось 80 лет. Мы его поздравили с этой датой. И в этом проекте уже поучаствовали у нас и Йосиф Давыдович Кобзон, и Гарик Сукачев, Лариса Долина, Алсу, Бурановские бабушки, Эдди Батлер, Чарли Армстронг, многие западные звезды, Слейд группа, Терекс. 2000 человек уже спело. Причем включая наших миллиардеров. И Михаил Фридман, и Минц, и очень многие другие. В общем, такой достаточно яркий и интересный проект, и сейчас он достаточно активно набирает обороты. Каждый поет по несколько секунд, буквально фраза, там, ну, аллилуйя, аллилуйя, или там текст какой-то, и мы будем вырезать потом под номерами, все у нас свой алгоритм есть, как мы записываем людей, и, в общем-то, это такая история, 2,5 суток нон-стоп будет она идти, прослушать ее, конечно, сразу будет невозможно, но через паузы, у кого будет желание, смогут тогда прослушать эту песню. А вас я приглашаю поучаствовать, пожалуйста, можете спеть тоже и войдете в книгу рекордов Гиннесса.